Спортсмены, всем здрасте. Вышла у ЦЦМ новая линейка АС-5. И буквально произошло это, сегодня у нас что, вторник? В воскресенье вечером зашел наш постоянный папа одного мальчика, юниора. Значит, постоянный наш клиент, покупатель, посетитель. Разговорились, говорит, а почему на канале нету до сих пор у вас обзора насчет данной линейки? Мы как-то, а что, чего, как? И он, значит, начал нам задавать некие вопросы, сравнивая данную линейку с другой линейкой. И почему-то он сказал, что эту линейку для покупки своего сына он не рассматривал. Вот, давайте сегодня исправим это, немножко разберем. Возможно, кто-то себе уже приобрел. Было бы интересно, если у кого-то сын уже в этом играет, что вы на это скажете. Ну и в конце мы подведем к тому, что хотели бы услышать обратную связь, ваше мнение по поводу данной линейки. Плюс да, я вот хотел бы чего сказать. Часто самые умные, самые свежие, светлые умы хоккейного мира любят нас критиковать за то, что мы, да что вы там, неправильно мы все обозреваем, рассказываем. И хотелось бы вот что сделать. Давай попробуем больше так, интерактива какого-то. Вот мы покажем, сравним с предыдущим линейкой, покажем пальцем вот так вот, в чем разница, а вы уже в комментариях ответьте, хорошо это или плохо, чтобы потом нас не подозревали опять в какой-то продажности, ладно, в умственной отсталости, ладно, в еще в чем-то таком. Ролик проплачен, проплачен. Погнали. Погнали. Значит, начнем мы с нагрудников, а с чего да, еще, собственно, начинать? Да, да. Берем два предтопа двух разных лет производства. Это будет еще в недавнем новинка, еще недавно новинка 9080, но уже нет, предтоповая. И это будет самый свежак, тот же TAX, тот же предтоп AS5. Теперь оно так называется. Ну, отличаются они кардинально, да? Визуально так очень. Как будто такое ощущение, что два разных производителя. И что сразу в глаза бросается? Меньше пены D3O стало, если вот здесь, например, да, грудная клетка, солнечное сплетение, если она здесь была везде, то теперь, как мне кажется, да, и по идее так и есть, она только вот здесь. Непонятно зачем. Вот, ну вот да, это, солнечная вот это, же вот, у нас выше. Просто вот для чего вот это вот показали? Что она здесь есть, вот эта полосочка? Потому как основа это просто полая пластмасса, да, как в каких-нибудь NSX-ах и так далее. А справедливости ради надо сказать, что пластмасса, по-моему, достаточно надежная, да. А она жесткая, плотная, хорошая. Пальцем ее не прогнешь, как какие-то бюджетные там вещи у Бауэра. Выглядит достаточно внушительно, но все равно это не пена D3O, почему они решили от этого уходить, неизвестно. Дальше, если вглядываемся, пена средней плотности, которая закрывает ребра. Мы даже говорили и о модели 9060, и даже о модели 9040, что вот наличие вот такой серьезной защиты, пены средней плотности в этих местах, это большой шаг вперед, это дает приличного уровня защиту даже в бюджетной модели, не говоря уже о профессиональных. И получается, что даже из профессиональной модели это ушло. То есть здесь ушло. Тоненькое. Вот смотрите, да, на тонюсенькое. Немножко... Зачем, почему? Подснимем потом. Ну вот как здесь, да, вот оно. И как было, например, вот 9080. То есть это было мощное, и очень большим спросом пользовались модели линейки TAX, да? В том числе по этой причине. Здесь они, я не знаю, что они пошли по... Ладно, убрали, мы не будем, да, тут сами скажете от себя тяну, вот как оно есть, да? Значит, дальше, что у нас? Спина, хребтинка, да, у нас? Ну, здесь тоже ушли от каких-то таких плотных пенных материалов, ушли к пластмассе. Все, спина у нас просто пластмасса. Пластмасса, причем она не гнется никак, ничто. Ну, в принципе, да, спину она должна держать, согласен. Тут, знаешь, у меня вопрос даже не в том, что это плохо или неплохо, а просто был вопрос, а зачем? Почему? Если вот это все прекрасно работало, зачем что-то менять? Просто, ну, я не знаю, измените дизайн, оставьте суть. А здесь, получается, все перекроили просто. Ладно, перекроили. Вот эти вот непонятные вот истории... Из колготок бабушкиных,
непонятно сколько протянут. Ну, в общем, я не знаю, о чем тут еще сказать. Был бы такой гель. Намазал и забил. Гели Тафгай сделаны своими для своих. А липучки, давай, липучку. А, липучку мы же забыли. Вот я жду, вот когда ты к этому подведешь, я ничего не хочу говорить. Первое, о чем я хотел сказать, и сам не забыл про это. А, опять же, вот, друзья, подписчики, ваше мнение. Теперь липучка снимается целиком с рукава. Не знаю, пишите также в комментариях, наверное, что вы об этом думаете, ну, потому вот что... Отец юного спортсмена сказал, что... потерять вот такую липучку вот на раз-два. Вот он сразу первый сказал, говорит, да мы ее потеряем. Дети теряют все, это факт. Взрослому тоже, ну, я не знаю, в бауле зацепилось за что-нибудь, вылетело и нет, все, просто само решение, да, вот липучку сделать здесь отдельно. Зачем? Для чего? Какая вот логика? Просто, да, вот понять. Ну да ладно. Дальше. Ну, в основном-то, в остальном, точнее, все то же самое. То есть здесь пена D3O в плечах. По ключице, в принципе, все то же самое, изменений других нету. Опять же, стало больше сетки, москитной сетки, если сейчас отстегнуть. Вот. Вот здесь на спине сеточка тоже, сколько она проживет, непонятно. Здесь ничего такого не было, все плотненько, все износостойкое. А здесь, ну, мы сейчас уже заметили последний сезон, то, что из новой коллекции в БУ не доживает очень много чего и приносит уже откровенное рванье. Катался условно во взрослом тот же любитель, но приносит уже там все разорвано, нитки, швы во все стороны. Сколько? Ну, говорит, ну там полтора сезона. Ясно. Раньше нам люди катались по 3-4 сезона, приносили, и вещь имела еще абсолютно нормальный вид внешний. Пожалуйста, продавай, нет вопросов. Даже сейчас... вот те же таксы, те же 90-80 трусы юниорские, на которые нагрузка большая ежедневно, конечно, даже в отличие от любителя, который может 2-3 раза в неделю кататься. Дети катаются каждый день, и даже бывает, что сезона трусам нету, ребенок вырос, а они все, они висят как юбка. Они не держат форму, то есть это просто пластмасски на бедрах, здесь, где-то, к сожалению, и все остальное все висит. Просто как занавеска, к сожалению. Дальше, ну, можно покрутить еще, показать, наверное, подснять это все лучше, да, будет. Вот говорить-то особо не о чем. Чем принципиально отличается Прошка. S5 Pro, топовая модель? Ну, цветом пластмасски на груди. Я не знаю, что тут еще можно выделить, потому что... Подожди, ну а спина? А, ну здесь D3O пену не добавили. Вот, они добавили пену в спину, ну, вот эту полосочку, да, просто. Не то, чтобы все было в пене. Ну, а, ну вот здесь она есть. Ну, я не знаю. Не знаю, как к этому относиться. Опять же, на вот непонятной вот такой вот штучке все это делается. Мы в этом выпуске будем не знать. Лучше давай вот попробуем ради интереса, будем не знать. Угу. Посмотрим, какая будет обратная связь, что непонятно. Народ скажет. Локти. По локтям, ну тут они продолжили то, что было 90-80, то есть нижняя липучка, она на 360 градусов, то есть можно регулировать это натяжение, да, это да, но она хотя бы, слава богу, здесь не снимается, да, целиком, потому что там бы это просто бы приходилось бы через неделю уже начинать на скотч крепить все это. Здесь по сути все то же самое, опять пластмасса, неизвестно зачем она здесь нужна. Пена D3O, вот это стала, вот тут вставка оранжевая, просто поменяли цвет. Здесь просто поменялся дизайн, ну, на самом деле, изменений принципиальных никаких. Ну, и немножко выросло в цене. Конечно, потому что что? Потому что 5 Pro. Естественно. Значит, постепенно я перейду сейчас к другому бренду и абсолютно противоположному подходу. От локтей перейдем, сразу я перейду на вот эти локти Warrior. Вот он, проплаченный ролик. Альфа LX20. Значит, проплачивал мне Warrior по локтям уже было это. В 2007 году. У меня были DX Pro локти великолепные, я буду об этом говорить, сколько понадобится. Ладно, это другая модель, здесь все по-другому. И насколько сделано практично, понятно и потенциально надежно. Посмотри, никаких
извращений. Эти локти нет. Я тебе говорил, в принципе, про варики. То, что мне они нравятся, но по посадке это не моя история. Даже сейчас не о посадке. Речь о том, посмотри, ну, все целостно, никаких каких-то элементов декора заманивающих, удорожающих. Ну, смотри, это у нас сейчас получается, мы просто как бы, знаешь, сравним это с этим. Да. Я предлагаю не сравнивать, то есть просто показываю, вот просто показать, что ничего такого нет. Есть плотная защита, серьезная защита, которая поможет. Никаких блестяшек, ничего нет. Это тоже профессиональный локоть. Но, у них но совершенно другой дизайн, подход. И нагрудник той же модели LX20, ничего лишнего. Он достаточно легкий, достаточно защищенный, тоже здесь не хуже, чем у AS5, AS5 Pro, хотя сравнение тоже не самый максимум. Ничего подобного нет, просто здесь плотно, все, однотонный нагрудник. Вот, новой коллекции от CCM, CCM 5, 5 Pro мы свою оценку не ставим сегодня, пропускаем. Даем высказаться. Те, кто юзал, пробовал, катался, будет здорово, если вы что-то черканете. А мы как раз и сравним, кто сколько даст положительных отзывов, а кто сколько отрицательных. И сравним, и из этого выведем уже какой-то средний балл. Да, так и поступим. Поэтому сегодня вот в таком формате у нас получился выпуск. Будем обязательно ждать от вас обратной связи. На этом будем заканчивать. Играй в хоккей. Хоккей для всех. Большой выбор новой и БУ хоккейной формы в магазине «Хоккейка».